Во-первых, определили все проблемные места, связанные с тем, где у нас лампочки вообще не горят. И это они сейчас где-то уже поменяли, где-то заканчивают менять. Второе, мы определили наиболее проблемные улицы, которые вообще никогда не освещались. Я уже поставил задачу, чтобы до конца ноября улицы Восточные, это в районе Магнита, там, где у нас есть пешеходные переходы и там, где нет никакого освещения, чтобы там были установлены столбы и чтобы появилось уличное освещение. И второй проблемный участок – это в районе нового госпиталя, который строится. Там тоже вот достаточно опасный поворот с тем, чтобы там тоже освещение успеть сделать у нас уже в этом году. Есть еще две улицы – это Карла Маркса и районная. Это давняя головная боль, которую мы в этом году уже не потянем. Но, тем не менее, сейчас уже компания осметила, сколько это нам обойдется. Мы эти деньги будем закладывать на следующий год. Я надеюсь, что в следующем году эти улицы мы тоже будем освещать. По внутриквартальному освещению мы приняли решение, это дешевле для города и более быстро реализуется. Это просто вкрутить сейчас хотя бы лампочки на каждый подъезд, тем более в большинстве своем там подводка уже есть. Но лампочки необычные, а мы приняли решение закупить светильники, которые не могут быть использованы в квартирах. Поэтому я надеюсь, они все-таки у нас сохранятся в городе, ну и также надеюсь на отношение к этому жителей, которые не будут самим себе резать сук, на котором они сидят. Всем руководителям ЖЭО с понедельника поставлена задача планомерно по всем домам, за которые они отвечают, начать вкручивать лампочки по подъезду. Никто не говорил о том, что если есть фонарь, не вкручивайте. Всем было сказано «вкручивайте». Но я запланировал себе на этой неделе в среду поездку по городу и в конце недели. Я обращать внимание, конечно, буду на там, где вообще ничего не горит. Я могу сказать вот на память следующее. Вот до 20 числа, то, что я согласовал, до 20 числа сейчас действует график включения в 5 утра, выключение утром в 8 утра. Вечером включение в 19:15, выключение в 1:30. Значит, с 20 числа выключение будет попозже, то есть в 8:15 уже будет выключение, а вечером включение, соответственно, пораньше уже пойдет. Я просто, насколько помню, в 19:00.